Короче, заново. Что я хочу сказать? Это мой фри-чит. Вот. Я его более минут 5 сейчас записывал. Фу, обзор читаю. Ну, я гений такой. Я его просто... Я такой тупой. Короче, это мой новый фри-чит, вафля клиент. Можете скачать в описании. В описании, то есть давайте вот. В описании вот ссылка вот будет. Где? Вот ссылка. Да наткнись, вот. Скачивай с Аксиклауда, вот. Сократители не будет, потом в апдейте. А я еще на какой-то ничего. Понятно, если что, это мой кодер. Не пишите. А чё ты сразу, действительно? Вот вы, допустим, вот скачали вафли клиент. Вы не знаете, как его запустить. Вот, вот ссылка, это версия. А, вот это можно скрыть. От... Да, конечно, вот. Legacy Launcher, вот должен быть. У вас может быть Legacy Launcher. Вот. Вы открываете Versions, накидываете его сюда. Вот, но у меня уже есть, поэтому я изменяю. Я это уже не первый раз записываю. Обновляете, и вот у вас вот появляется вафля клиент. Чтобы он полностью запустился и не было никаких багов, крашей, вот, вы должны вот выбрать 17-ю Java. Выделение памяти без разницы, вот, допустим, я даже выделил 4. Ай, нормально, что это поменяется? А, ну напиши мне. Вроде чит так грузит. Вот, мы уже увидим заставку этого чита, это вот самый последний билд. Да. Конечно, конечно. Вот и что это? Это мой билд. Кто это сказал? Что ты за чуртом сказала? Вот, Minister America. Вот, если что, если у вас краш, даже с этим вот, вот настроить. Если что, вот, вот это будет тоже в описании. Вот, добавить оптимизацию аргументы Java. Минус на Verify. Вот. Да фиг ты. Во, все, заглушил бы ты панель. Да. Вот, вот сохраняем. Еще один нашелся. Вот, запускаем. Ой. Не я. Уфля бета, нон бет, пон. Вот, вас встречает такая специальная замечательная вычка, вот, created by Уфля и Слав. Вот, альт-менеджер вот такой вот, вот, допустим, ну да, вот. Вот, логин, вот, вот, браузер, мыши удаляйте, не хуй. Запускаем такой Living World, сейчас я вам даже покажу, что мы сначала относили Living World. А, вход у нас есть, конечно же. Вот вы заходите, конфиг будет в описании, вот. Ага. Как загрузить конфиг, вот вы его подключали, вот, пишите. И вот вы сюда вот записываете, вы закидываете свой конфиг, пишите код, пилот. Бинды, если что, тут такие, килка R английская. G это у нас стрифы, но они пока сейчас не работают, кстати, можно убрать сразу. Если что, чтобы разменить, нажимайте крестиком мыши и Escape. Что у нас тут будет? No slow, recam, спиды. Вот, и килаур, конечно же. Заходим на любой гриппер, допустим, на 12. Вот, у меня тут уже было, потому что я показывал. Вот, а если что, это полностью кастомизируется, вот, перебегаете, вот, как удобнее было, как удобно, как вам удобно. Вот этим сейчас откроете. Заткнись! Сейчас покажу, что тут все разу. Каркало. Вот. Вот такая.
Вон, да. Заткнись. Вот компас, это что, если что, вот это вот показывается, вот так вот. World Times, это вот так вот. Но слоудаун бустит, я вам показал, он говорит, только у меня в руке, вот бежим. А, вот так. Бежим и кушаем спокойно. Это не визуалка. Вот. Ну, пока item HP нету, потому что мой кодер лентяй это пока что не добавил. Вот MC, но... А? Заходи на 12 гриф. Вот. Вот, спиды вам покажу. Икс врубаем, вот это спиды. Вот. Чтобы, как, почему спиды не работают в пасте? Вот вы бежите вперед, нажимаете пробел, и все, спиды работают. Они не кикаются. И со временем, если долго прям бегать. Ну, я хз, я долго. О, гамон. А, да? Ну, ладно. Давайте, вот, проверим сейчас. Вот, назад автозабафало. Погнали. Что это было? Каждый удар проходит спокойно. Это мы ему даем. Если что, middle click pearl тут привод работает, поэтому лучше самому кидать. Окей, давай, сразу выключу, чтобы тебя слышать. Да, ансофтера, вот, нитил. Ансофтера. Мне, кстати, гэппл обратно не факт. Маленький клиент, но пьяно. Да, он, кстати, делает еще маленький клиент. Это вот, точно то же самое, почти, но это маленький клиент. Видите, вафли... А, ладно. Ну, типа, вот это бы и все одинаковое, но килка другая. А, понятно. Вот Вандерская, вот этот человечек, мой вот, друг хороший, он играет сейчас на Султана. Давайте проверим, насколько на Султан вынесет вафля клиент. А, чё? Погоди. Напиши в Дискорд. Сейчас, погоди, я тебя врублю. Алло, ну. Сейчас, погоди, у меня есть то, что... Где этот? Где таймер? А зачем тебе таймер? А где был бы главный клиент, сразу бы его нашел. Все? Давай, давай, идем. Давай. Вашему Нурсултану сразу мы ломаем щит. Нурсултан юзер ничего не может сделать, конечно же. Потому что мы с лучшим бесплатным читом. Главный клиент. Да погоди. Чего ты Нурсултан юзер КФГ не настроил? Не, настроено все. Да, я вижу. Чё ты? Нурик бустит? Нет. Вот я никогда Нурик не любил. Вот руби демку, покажи, что ты с Нуриком сейчас. Давай. Вот, значит, давай кидай дуэль, чтоб ты прям видно было. Я вот даже знаешь, как я сделал? Погоди. Нет, ладно, не сделал. Топа твоего лица. Ой, я твой принял? Я тебя принял? Нет. Я вообще тебя принял? Алло. А, да, я его принял. Все. То есть вот он на Нурика. Вот это я, вон я. Вот он с Нуриком. Все чистые удары идут. Ой, ну у меня сейчас атен даст. Ага, конечно, он сливается, мы ему тоже тотем даем. Он на Султан Бильдер в страхе. А. Че мне? Че? А вот опак, погоди, у меня что-то. А, влево. Вперед. Право. Красный shift назад S
А чё? What the fuck? Почему у меня местами всё поменялось? Вон, у меня всё местами поменялось. А почему я бегать не могу? What the fuck? А, вот спринт отбор. А, что? Это мы на ком на 12-м были, да? Да, да. Это факт, что не спринтов. Ну, прикинь еще. Побегел. Гамма, да. Ну ладно, давай, давай с тобой. Ну ты какашка. Видите, вафля клиент классно принят Real World. Давай, Вандерскай, кидай дуэль. Не на сели вообще? Нет, он не на сели, я понял. Он ушел вообще куда-то. Вандерскин. Ну, как видите, бесплатный чит реально пенит. Ну, конечно, немного оптимизация формат, но ладно. Но все равно. Скачивайте бесплатный чит в описании, по ссылке в описании, играйте, разместите его, скоро будет прямой видос. Алло, я запускаю вафл клиент, он лучше сделал. Давай, ладно, давай. Давай я сразу тебе КПД дам. Или КПД сейв РВ. Все, КПД идет. Все, РВ. Все. На, тебе КПД. Давай, кидай дверь. А, ну залипание клавиш. А, не надо, подожди, мне надо клаву подрубить. Короче, всем спасибо за подпон данного ролика. Где-то те вафли клиент, не будьте ложками. Не играйте с какими-то колестелами, телестелами. Я их на инфинити ХВХ разносил. Килка абсолютно обходит инфинити. Каждый удар идет. Все, давайте, удачи, всем пока.